Решил прогуляться. Санта Кристина какая-то. Церковь или что здесь? Посмотреть хочу. Заодно прогулка. Кардио с утра. Поснимаю, что тут интересного есть. Посмотрим сейчас. Не нравится мне вот обжираться сладким. Вчера объелся, еда вообще не лезла после этого. С утра встал, есть не хочу. Аппетит вообще перебило. Через силу все запихивал. Но к вечеру как будто высох. Все мышцы распухли. Кожа тонкая какая-то. Что это, бассейн что ли? Джакузи что ли раньше такая была? Так здесь. Вот такая картинка. Что это? Даже не знаю, что это за место. Может, надо почитать где-то. Посмотрим, что там дальше. Сейчас будет, сегодня какое число, 28-е, 29-е. С 1 февраля у меня на 50 грамм белка прибавляется. Будет 2,5 грамма на килограмм. Где-то 50 грамм, 60 добавлю белка. В сутки больше будет. Каждый месяц буду прибавлять. Постепенно. Так-то я еще смогу с еды это набирать. Я думаю, через месяц уже надо будет протеином добавлять. Вот тут так. Погулять-то можно вниз туда. Нормальный вид отсюда. Как он сюда попал? За забором стоит. Странно. О, там вот нормально вообще. Бассейн. Пляж. Вот так вот и гуляешь, смотришь на такую красоту. Пойду вниз схожу, может, до моря дойду. Если тут можно, конечно, дойти. Так, что у меня? Белок прибавляется. Кардио на 5 минут тоже добавляется. Теперь не по 20 минут, а по 25 будет. По утрам. Ну, тренировка вечерняя, силовая тоже сильнее становится. Сил-то больше становится. Чем ближе к соревнованиям, тем все должно быть тяжелее. Форма лучше. Опа. Вот такие дела.